Отличный улов, Ватсон. Но я лучше отпущу добычу на волю. После вас. На кончике этой шляпной булавки кровь. Смотрите, Ватсон, это страница из американского паспорта. Некто Эймос Колби, 36 лет, из Бостона, штат Массачусетс. В Англию прибыл 3 недели назад. Интересно, зачем? На обороте страницы есть рисунок. На нем изображен какой-то демон. И, господи, Холмс, он нарисован кровью! Похоже, тот, кто уколол себя этой булавкой, и является автором демонического рисунка. Спокойствие, только спокойствие. Это может мне пригодиться. Мне кое-что нужно. Парусина. Судя по ярлыку, габариты этих ящиков 2 метра на метр и на метр. Кто-то опустошил эти ящики из-под парусов и приспособил их для чего-то другого, подходящего по форме. Перевозка тел. О, боже, Холмс, вы хотите сказать, все эти ящики уместнее назвать гробами? Кровь.
Я не могу это сделать. Браво, Холмс! Ватсон, мы должны тщательно обыскать это место. Времени очень мало. Здесь слишком темно. Боже мой, Холмс, где мы? Тише, Ватсон. У этого места есть уши и глаза.
Мне незачем туда идти. Нет, мне нечего ему сказать. Приветствую еще раз, сэр. Не будем зря тратить время. Нам удалось выяснить кое-что новое о моряке, о котором мы с вами говорили. У него есть особая примета. На месте одного глаза у него серебряный шар. Да это же никто иной, как Грязнуля Сомерс. Отвратный тип, надо сказать. Где его можно найти? Скорее всего, он отплыл отсюда вчера ночью. Он приходил сюда вечером нанимать рабочих. Как он вел себя, пока был здесь? Он хорошо мне заплатил, и я позволил ему занять столик за той занавеской. Весь вечер к нему подходили поговорить о работе разные парни. Но он, видимо, чего-то боялся и сильно нервничал, потому что всю ночь за нож держался. Позвольте осмотреть место, где он сидел. Конечно, если это вам хоть чем-то поможет. Эти зарубки кажутся очень свежими. Здесь 4 символа. Коробка с медальонами в виде пеликана. Точно такой же мы видели у непальцев. Ценности никакой не представляют, но вполне себе симпатичные. Это может мне пригодиться.
Знакомый запах. В воде содержится очень сильный опиат. На одной из этих металлических коробочек виден кусок ярлыка. Клеймо в виде цветка. Похоже, это эдельвейс. Черный эдельвейс. Весьма редкое растение. Я должен отнести содержимое этого ящика на Бейкер-стрит. Его нужно тщательно проанализировать. Без сомнения, производная опиума. Вы правы. Это тот самый опиат. Холмс, неужели мы напали на след наркоторговцев? На левом рукаве этого костюма несколько капель крови. Подкладка кармана разрезана. Похоже, внутри какие-то бумаги. Какой ужас! Указательный палец правой руки испачкан в пыли. Незадолго до смерти этот человек был связан веревкой. На среднем пальце левой руки небольшая ранка. Это послание написано на неизвестном мне языке. Мне нужно скопировать это сообщение до появления полиции. Стадо буйволов действовало бы аккуратнее, чем местные стражи закона. Получилась отличная копия этих символов. Браво, Холмс! Этот человек бился до конца. Разбитая статуэтка может многое рассказать об этой битве.
Что скажете, Холмс? Смотрите, Ватсон. Судя по следам, кто-то много раз прошелся от этих огромных дверей до ящиков, в которых лежали паруса. Какой странный рисунок. Видимо, этот человек помешал похитителям, когда они перевозили свои жертвы. О чем вы говорите? Здесь несколько дней держали похищенных людей. Жертв было много, поэтому их накачали наркотиками, чтобы держать под контролем. Затем бродяги, нанятые грязнулей Сомерсом, погрузили людей в ящики, украденные со склада. Прошлой ночью ящики перетащили на корабль. Место назначения пока неизвестно. О, боже! Холмс, смотрите! Идемте, Ватсон. Здесь нам делать нечего. Срочно доставьте это мистеру Холмсу в клуб Диоген. Дождитесь ответа. Мой дорогой Майкрофт обязательно ответит, как бы он ни был занят. Что это вы, черт возьми, делаете, Холмс? Я посылаю письмо моему дорогому брату, которому прилагаю странные знаки, найденные на камнях храма. Возможно, он сможет разобраться с ними. Хорошо, Ватсон. Мне необходимо выяснить, что было в металлических ящиках, которые мы нашли в том необычном храме. Ничего. 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 Вот и готово. Очень занятная смесь. Возможно, надо подогреть. Этот запах. Бесспорно, производные опиума и морфия. Та же смесь, что и в шарике, найденном в поместье Стенвика. Итак, Холмс, каков результат анализа? Это, несомненно, опиат. Однако кое-что меня беспокоит. В
Все указывает на то, что это вещество использовалось в больших количествах. Однако ни один аптекарь в Англии не продаст такое количество, так как это слишком рискованно. Вариант импорта тоже не подходит, так как на таможне никогда бы не пропустили. Спешу уверить вас в обратном, Холмс. Что вы хотите сказать, Ватсон? Не забывайте, что я доктор, и мне иногда приходится применять сильнодействующие препараты, в том числе и опиаты. Когда такие препараты импортируются с континента, они имеют особый статус, и таможенные инспекторы никогда не вскрывают посылки и не проверяют на соответствие заявленному количеству. Опознать ящики и пакеты с такими препаратами можно по специальным ярлыкам с отметкой медицинской академии страны-производителя, с которой у нашей академии заключено соглашение. Я не знаю, из какой именно страны этот ящик, но мне кажется, часть ярлыка сбоку поможет нам это выяснить. Доктор, я не перестаю вами восхищаться. Вы решили эту загадку. Нельзя терять ни минуты. Мы должны поговорить с таможенным инспектором на пристани. Что, прямо сейчас? Все бросить и...